Бокер топ. Продолжаем занятие. Продолжаем занятие по нему по книге Рабзамир Корана о месяце. Адар про Амалека и о том, что деверет урали нишмат конец верми хлам. А ведь это Рушим Орхоми Боруха бензин по мусам. Мега дур пинхоз бен витео. На цахада мецу рупат мецу рупат шлемар пинхоз цвия коэн бен некадам. Рупат шлема бедрады шем раха васаха. Всему еврейскому народу и шалом барзу баула. То мы вчера сказали, что Амалек это символ нечистой силы. То есть все нехорошее, что можно было собрать, собралось в Амалеке, и его практически излечить невозможно. Поэтому остается единственное, что Амалека полностью уничтожить. Следующая глава здесь. Нинхамим ба Амалек ада Гиура. Что мы воюем с Амалеком до избавления, до Машеха. Вейкара милхемет зера Амалек шенулад ми Эсав. У Мелхемед бне Исраэль, хи безера Йосеф у Вениамин, ше нолду Мияков и Рахель Давка. И основная война между семенем Амалека, который родился от Эсава, и еврейским народом. То есть Амалек родился, как мы сказали, от Эсава и дочери Ишмаэля Махалат. Она, эта война будет вестись потомками Якова именно от Йосефа и Бениамина, которые родились от Рахель имену. Лефи за старшую дочь младшую, за младшую. Лерифка нолду Эсава гадол Якова катану, лаван нолду Леах гдола врахеля катана. Ха гдола тие ле гадол, вахтана тие ле катан. Так говорит Бешит Раба. Улахар шайта Леа буха умитпалелет шело тинасе ле Эсав эле ле Яков. Но после того, как Леа имену молилась и плакала, умолялась Всевышнего, чтобы она вышла за Якова, а не Эсава, и трахаша мехирата бехора шел Эсав ле Яков. Винаса Хуагадоль. Поэтому получилось, что произошла продажа первенства Эсавом Яакову, и тогда Яаков стал считаться старшим. Умята. И тафеха давар шелеа хагедола тиеле Яаков ульрахеля ктанале Эсав. Поэтому получилось потом наоборот. После того, как Эсав продал свое первородство Яакову, все поменялось. Теперь Леа, которая была старшая, должна выйти замуж за первенца Яакова, а Рахель за Эсава. ובזכות שעמדה רחל בניסיון ונתנה את הסימנים לאחותה, זכו שתיהן ויעקב נשא גם את לאה וגם את רחל. פעד מוגד, נו, זה טוב שתו רחל אמנו, וידרשו להספיטניה, איפרדלה סיקרטי, הכתורך ענה בוסלובילס יעקב אבינוס, ואיס ישראל לאה, שתו ביטניה פזורילס, אובי אני ודסטוליס תבוא שתו בביטי זמוש זה יעקב אבינו. זה עצמו פישת קמנטרי, אינטרס לקמנטר, הוא גריטה. ובזה יובן מה שרבים תמהים כיצד ייתכן שיעקב אבינו התחפש לעשיו ורימה כביכול את אביו לקבל ממנו את הברכות. אומרים, זה יש ממושהו פניית, שפוסטוגוג עשיו פרדל, סבי פרברוסטווה. זאת אומרת, לודי ספרשו, כך תך מגלו פרושיציה, שיעקב אבינו פריאדלסה ועשיו עד לתאור שתוגוג פרושית בלגסלוויניה סביבו עצה יצחקה. וגם מה פשר זעקת עשיו על שיעקב התברך, יקרום את אוגר פצ'מו, עשיו תם פרפלקל, פרקריצ'ל, после того, как Яков получил благословение. Улам амад зе шеля брахот, а я маамад хактарата ми хие мемшало шель Ицхак Авину. Ми маскиро шель Ицхак Авину. Бепхинат юреш хаэцер ашер мимену ивалет ам Исраэль. Но, говорит, вот это противостояние между Исаом и Яковом было решение того, кто будет наследником Ицхак Авину, от кого пойдет еврейский народ. ומאחר שיצחק לא ידע על מכירת הבכורה, היה בטוח שעשיו הבכור הוא ממשיכו. נותק יצחק נזנל או פרדז'י פרברוסטווה, אומביל וורן שתו עשיו און פרוויניץ, איון יהוא פרדז'תים. שהרי אינו כישמעאל שאומנם היה הבכור אבל נולד משפחה הגר. פתשימו, פתאום שאתה נסמדרן תושטו. ואברהם אמינו תושב בלדווה סינה, ישמעאל יצחק. Все-таки Ишмаэль был рожден от другой женщины, от наложницы Агар. Акадош Баруху годия бен фураш ле Авраам ки би Ицхак и каре ле Хазара. И Всевышний четко и ясно Аврааму Авину сказал, в Ицхаке
будет наречено тебе семя, то есть твои потомки будут от Ицхака Авину. Авале савну рад меревка вегу, амьюад лямших эт Авраам и Ицхак. Но Эсав родился от Ривка имену, как и Яков. Поэтому вроде бы он должен был быть продолжателем еврейского народа. Веяда Яков ше им юмар ле авив, ки Эсав махар ло эт абехура, я Эсав махиш эт адавар. Яков Авину знал, что если он сейчас отцу расскажет, что он продал, что Эсав продал ему первородство, Эсав обманет и скажет, но ничего такого не было. Лефиках не элас литхапес ле Эсав бишвиль лазир, лахазир, лацмо этма шешело. Поэтому ему пришлось переодеться в Эсава Якова Вину, чтобы вернуть себе то, что ему принадлежало по праву. Он сейчас первенец, и благословения были его. Шене Марк, как написано, ואם עיקש תתפלע, ועשיו שידע את גדולת המעמד הזה, כשנתברר לו שיעקב הוא שהוכתר לממשיכים של אברהם ויצחק, זעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. Поэтому עשיו, который понимал и знал, что произошло, что сейчас Яков получил благословение, и этим он стал наследником и последователем Ицхака и Авраама, поэтому он там заплакал и прокричал. Но в этом виноват был он сам. Он, да, должен был быть продолжателем еврейского народа. Но он не выдержал испытаний, он решил наслаждаться этим миром. И еще хотел получить, ничего не делая, будущий мир тоже. Так не работает. Там же мало виноват. Никто не виноват. Виноват только Эсав. Дальше. Мы можем считать праотцов пророками. Конечно, они все были пророки, Авраам, Ицхак и Яков. Пророк, что, он не знал, что... А пророк это не значит, что... Пророк это не значит, что он все всегда знает обо всем. Пророк – это человек, который ему Всевышний открывается с каким-то обращением. Поэтому пророк не значит, что он все знает. Значит, он не знал. Он не знал. «Умеахар ше Эсав ифсид эт Рахель велаках Яков, велаках Яков, нишар Эсав лело ницоцот акдуша, шая ехол лиштамеш бахем, ум ветаро лакахат мэм хают, умазон левацеа эт маалалав». Поэтому он говорит, и так как сейчас Эсав потерял возможность жениться или на Рахель, или на Леа. На обоих женился Яков Авину. Он потерял силу того, откуда он мог получать энергию святости. То есть у него никаких искр святости не осталось. И не осталось возможности получить эту святость. Кшеядуа, ше леситрахара, шекула шекер эн мазон Мишель Ацма. Потому что мы знаем, что вот эта нечистая сила, которая полностью ложь, у нее своего пропитания нету. Верак низонет им минцуцеак душа, шеннафлу левенак лепот. Откуда она получает свою энергию? Из искр святости, которые попали в нечистоту. Раэ биурену лемегилат эстер, перектедютет бейнян аштия бепурим, альпия кабала. Поэтому говорит, есть у него объяснение на книгу Мегилат Эстер, где он объясняет, почему в Пурим нужно выпивать. Лефиках икар милхамед амалек нетуна лилахем беваним шенолду мимена лияков. Поэтому основная борьба между потомками Амалека будет с потомками Рахель имену, Йосеф и Биньямин. Везе уши немар ала атид лаво, и это тоже написано про будущее. Веая бет Яков эш увед Йосеф лехава. И будет дом Якова огнем, а дом Йосефа пламем, увед Эсав лекаш, а дом Эсава соломой, ведалку бахем вахалун. И они подожгут их и съедят. Лефи Йосеф гу шеситно шел Эсав. Велахен рак шенурад Йосеф шуху келехава, умеата эн ле Яков лефахед ме Эсав, амар Яков лелаван шалхени велха эль мекуми уларци. Потому, и как мы видим, что именно Йосеф может противостоять Эсаву, только после рождения Йосефа Яков говорит Лавану, давай отпусти меня, я пойду обратно. ומשום כך במלחמה הראשונה של עמלק עם ישראל בחר משה דווקא ביהושע שילחם ולא יצא להילחם בעצמו ולא בחר באחר לפי שיהושע משבט אפרים בן יוסף בן רחל. Поэтому в первой войне с Амалеком Моше Рабену, кого выбирает полководцем? Йохошуа, своего ученика, который был из колена Ефраима, потомком Йосефа и потомком Рахель. ולכן במלחמה שנייה של עם ישראל במעלק נבחר שאול המלך משבט בנימין בן רחל. ואפטרוי ונס עמלקם, כתוב פרסיבסל דימו,
Шауль Амелех, первый еврейский царь, который был потомком Биньямина, тоже, который был сыном Рахель. Как гамба мельхама шлишит шел Исраэль Бехаман, бен Хамедата, Хаагаги, Мизера Амалек, Нильхам Мордахай, Беньяир, Беньшими, Бенкиш, Ишимини, Шая, Мишевит Биньямин. И в третьей войне с Амалеком, с его потомком Хаманом, кто воевал? Мордахай, который был, Ишимини написано, сын правый, то есть Биньямин тоже правый. То есть он был с потомком Биньямина, Мордахай. Леорзот, если Литпаэль, Меот, Мяхтара, Хамутпесет, Бераши, Бесефер, Шофтим. Теперь он говорит. Мяхета. Шенемар, Ильяу Ханави, Левал Мегале Амукот, Шебне Биньямин, Барху Мер Исраэль, Ляшкеназ Вероми. Теперь он говорит. В отношении этого мы можем удивиться тому, что написано у Раши. В книге Шофтим. Он говорит так. Написано, что Ильяу Ханави сказал, Бал Мегале Амукот, Бал Мегале Амукот, Шебней Биньямин Барху Мер Исраэль Ля Ашкеназ Вероми, что сыны Биньямина, они убежали из земли Израиля и поселились там, где Ашкеназ, это Германия и Рим. Вехен Бесефер Елкут Миамлоэс, также в книге Миамлоэс написано, Катав Шебней Биньямин Алхуле Эрес Румания, что дети Биньямина отправились туда, в Румынию, и Руманию или в Рим. Ульфи זה נמצא שבני אשכנז הם מבני בנימין וידוע המסורת מהגרון שהגרמנים הם מזרע עמלק ואתם עצות הגרון מבינים שתו אשכנזים אני פתומקי בנימינה אי מזנאים את גאון מבילנה שתו גרמנצי אני פתומקי עמלק דלשי ומפליא הדבר ששוב זרע עמלק נרחם דווקא בזרע בנימין בן רחל סנובה ודיביסינה שתו Амалек воевал с потомками Биньямина, сына Рахель. Нирмаз, не нирмаз адавар, в мизгерет мегила, аль пасук, аль титен, ашем аве раша, замамо, аль тафек. Амар Яков, лифне акадуш баруху, рибоно шел улам, аль титен лейсав раша, таават дибо, замамо, аль тафек, зо герма ми ашер эдом. Написано, Яков вину просит у Всевышнего, чтобы он не дал ему его желание. Замамо, аль тафек, его желание исполняет, это говорит Германия, Эйсава. Что если они пойдут на войну, они уничтожат весь мир. Веешь горсим Германия шеледом. Ушнехем ледавар эхат ниткамну. Там написано в Гаон Мивильна Германия, но здесь написано Германия. Одна вот и та же страна. Зманей идгалут Амалек в Исраэль. Теперь времена, когда Амалек появлялся против еврейского народа. Вейне кол мельхамот эле хаю бехол эд ба ам Исраэль бикеш лаалот дэр Исраэль. או לעלות במדרגה בהתיישבותו בה. Когда Амалек появлялся и воевал с еврейским народом, когда еврейский народ желал поселиться в земле Израиля или хотел подняться на следующий духовный уровень. המלחמה הראשונה של ישראל באמלק הייתה ביציאת מצרים בדרככם להיכנס לארץ ישראל. Первая война, когда была, когда евреи вышли из Египта, на пути в ארץ ישראל, Амалек встал им и хотел помешать. המלחמה השנייה לאחר הכתרת המלך הראשון לעם ישראל הוא שאול המלך נלחם שאול באגג מלך המלך פתרה אהבה אינה בולה כגדאו יברייב פייבילסה סבוי צער און מייבלס מתום כמו המלך אגגם המלחמה השלישית לאחר שיצאו ישראל לגלות הראשונה כאשר ביקשו לחזור לארץ ישראל ולקראת סוף 70 שנה שנת הגלות גזר המן בין המדדת האגגי לעבדם ויפי ונהפוך Третья война была когда евреи уже были в изгнании после разрушения первого Бет-Амикдаша. И это было уже к концу изгнания, к концу 70 лет, когда должно было закончиться изгнание. Появился Хаман, Хараша, и постановил, не дай Бог, уничтожить весь еврейский народ. И все, слава Богу, перевернулось. То есть мы видим, Амалек появляется когда? Когда евреи хотят или поселиться в Эрец-Исраэль, или подняться духовно. והמלחמה הרביעית לאחר שיצאו ישראל לגלות השנייה, טרם חזרתם לארץ ישראל, יצאה מלכות גרמניה וביקשה לעבדם וכמעט עלה בידם. И четвертая война была, когда уже евреи стали выходить из второго галута. То есть уже мы стали собираться в земле Израиля. Да? Когда землю Израиля стали заселять? До того, как там появилось государство, 100-150 лет назад уже... 1880-70-х годах стали приезжать в Эрец-Исраэль и заселять ее. Поэтому опять снова появилось вот это
проклятая нацистская империя, которая хотела помешать еврейскому народу вернуться в Эр-Исраэль. Уничтожить, не дай Бог, еврейский народ, у них почти получилось. Ветама давар. Да, ветама давар лефишиколь иткадмут Исраэль ликрат шлимут тикунам керуха бемирхама имецке кохот аситра ахара баулам хуамалек. Потому что все, что происходит, все продвижение еврейского народа к совершенству связано с войной с силами нечистоты. И представитель силы нечистоты в этом мире кто? Амалек. Умидзе илмат коладам беэт шемиткадем ликрат алия руханит. Вихине ниткал ху бекшеим гедолим ваафилу бимилхама шел мамаш муле царара умрафиим шоним еда. כי הדבר מוכיח שבעלייתו זו יגיע למדרגה גבוהה בשלימות תיקונו, הרבה יותר מכפי שהוא סבור. Поэтому человек должен знать, когда каждый человек решил подняться духовно, стать лучше, больше заниматься Торой, лучше молиться и так далее, у него обязательно будет противостояние с Йецер ха-Ра. Война у него будет. Поэтому он должен знать, что чем тяжелее будет вот эта война и противостояние, и противоборство, он должен знать, чем он выше может подняться. Если Йецер ха-Ра ему пришел мешать, значит, он делает что-то правильно. Умешимках, осе, аситра ха-Ра, кольче бьядо, где ляфрио, ульханио, миалиатозу. Поэтому Йецер ха-Ра делает все, чтобы ему помешать и предотвратить его поднятие. Вехоль... וכל הידוע עניין זה מקבל כוחות עצומים להילחם ביצר הרע ולהתגבר על כל המפעים. И тот, кто знает это, он получает огромные силы, чтобы воевать с יצר הרע и победить его. ויקיים את שאיפתו הטובה בבחינת האמור במלחמת עמלק וגבר ישראל. И בעזרת השם, если он не сдается, он добьется того, к чему он стремится, как написано, וגבר ישראל и победил еврейский народ. Дерех Михаят Амалек. Как стереть или путь стирания Амалека? Вине лехоль ума еш малах, шиу хасар элион хамумуне алея ведоек ле товата. Теперь мы должны знать, что у каждого народа есть свой ангел, который является его покровителем. И он беспокоится о благе для этого народа. Как катув бесефер Даниэль, как написано в книге Даниэля. Ве хасар элион шел Амалек ху малах хасамех мем ацмо. Кто является ангелом амаликитян? Сам Сатан. Лично он. Ше Аллах амру, ше ху Йецер ха-Ра, ве ху Сатан, ве ху Малах ха-Мавет. Что у него три миссии. Он сам Йецер ха-Ра, он сам ангел смерти, он сам Сатан. У Малах зе, ше ху Йецер ха-Ра, ху амесид эт адам лахато. И вот этот ангел, который Йецер ха-Ра, он уводит человека к греху. ובכל חטא שעושה האדם נגד רצון השם יתברך, נותן הוא כוח ומזון לפרנס ולחיות את כוחות הסתרה אחרה, שמלאך זה עומד ברשעה. עיקר דרס כדת שהיא גרישית, דלת שתות הפרוטי וולי וסיבושתים, שתו און דלת, און דויות סילו ווטרת אי ניצ'יסטי סילי. אנגל מקטורו ויולייצה את יצר הרע, פייתם שתו יצר הרע דלת, און חודשית פיטץ, סבאי ניצ'יסטי סילי, קק אם הוא פיטץ, у них своей энергии нету, своей чистоты, святости нету. Толкай еврея на грех. Сделал грех, дал им силу. Мишум ше аль яде ахет ше хоте адам боре гу машхит. Потому что человек, который грешит, он создает ангела-уничтожителя. Ве ото машхит, то вея парнасато ме адам ше баро. И вот этот ангел-уничтожитель требует своего пропитания от того, кто его создал. Ве йоне гу ме ашефа иши амаге ле ото адам. И потом вот этот ангел, он высасывает вот эту энергию у этого человека, который его создал, у этого грешника. «Ве аль яде ках ото адам холех венехцар ве парнасато увриото увшар иньяним». И поэтому потом человек теряет свое парнаса, не дай Бог, свое здоровье и другие вещи. «У кехоля митхазек ше вехоль ше митхазек саро шел амалек бирибуй хайалотав ве кохотав аль яде хатаэ бене адам». כך מתחזק ממילא כוחו של המלאק בעולם הזה. Поэтому, и чем больше укрепляется сила вот этой нечистой силы, и чем больше у него солдат, тем сильнее, откуда эти солдаты и эти силы у них появляются? Из-за грехов людей. И тем более, и тем укрепляется сила амалека в этом мире. Омнам адавар поэль гам лефех. Но он говорит, это работает в обратном направлении тоже. Ше им
נמחה זכר המלאג מהעולם על ידי ישראל, גם המלאך העליון שלהם מתבטל, ונעשה העולם מתוקן במלכות שדי בעין יצר הרע, שהוא השטן והוא מלאך המוות. פעתמו, יסלי מיר בוד איספרבלן, פסרסו מצוות יברייסקו הנרודה, תותקדה יתת אנגל תוז'ה ישזנית. Ангел, который является и Ецерара, и ангелом смерти, исчезнет, мир, исчезнет смерть из этого мира. Лефиках ництавину тимхе зехера малек митахата шамайм лотишках. Поэтому у нас есть мицва уничтожить, стереть память об Амалеке из-под небес, не забыть. Михья зон наасет ген альядей шеану кан баолам азе менацхим эцаро шел Амалек альядей шесарим мира веосим тов кемицвот ашем итбарах бетурато. Поэтому как мы можем стереть имя Амалека? Тем, что мы воюем против Ецера Ра и побеждаем его и исполняем мицвот Всевышнего, как записано в Торе. Умитохках, шемишталшель мехият зера Амалека гашми. И благодаря этому, что мы приводим к тому, что уничтожается физическое потомство Амалека. Ген альяде шемухимет Амалека гашми умимела батель шоршо арухани. И тогда его духовный уровень тоже исчезнет. Лефи, шаруах, вахомер, кирухим, утлуим, зебезе. Потому что физический мир и духовный мир, они связаны друг с другом. Когда? Когда евреи перестанут грешить. Тогда посредством мицвот будет уничтожена нечистая сила. То есть, когда энергия, бензин закончится у них, кто заливает бензин им в бак? Мы с вами, не дай Бог, когда грешим, это дает силу нечистой силе. ומאחר שכבר אין אנו יודעים מי הוא מזרע עמלק, לאחר שנתערבב זרעו באומות, לא נותר לנו אלא להביא את העולם לתיקונו על ידי תיקון מעשינו בסור מרע ועשה טוב. Поэтому сегодня, так как мы не знаем на самом деле, кто является потомком Амалека, потому что все народы перемешаны, поэтому физически мы его уничтожить не можем. Как можем его уничтожить? Посредством исполнения мицвот. Отдаляться от зла и делать хорошее. Умимела иткаема катув, и тогда будет исполнен пасук, который говорит: «Веалу мушим барцион лишпотет арайса, вайтала ашем амруха, вайом аму яшем ашхат, ушму эхат». Поэтому пасук, который написано, что «И поднимутся правители в гору Цион, и будут судить гору Эсава, и будет власть у Всевышнего в тот день Бог один, и его имя будет едино, вимера вэмену, да будет это в скором времени в наши дни, баруха донай ле олам, амин ве амин».